Dacă Moscova va ataca Republica Moldova, atunci Chișinăul va folosi toate metodele pentru a-și apăra țara și cetățenii. Este declarația președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, într-un interviu acordat jurnalistului rus Yuri Dudi. Șeful statului a spus că integrarea europeană reprezintă un garant al securității statului. Если Россия вторгнется в Молдову, будет ли Молдова сопротивляться? Мы сделаем все для того, чтобы этого не случилось, и включая наш план по евроинтеграции, это, во-первых, план для обеспечения безопасности, сохранить мир и для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Поэтому у нас есть армия, поэтому у нас есть оборонительный сектор, поэтому мы делаем эти инвестиции. То есть это скорее да или скорее нет? Мы будем свою страну обязательно, как это сказать, защищать. Întrebată de ce reforma justiției durează și dacă aceasta a eșuat, președintele Maia Sandu a reamintit de rezistența judecătorilor și procurorilor corupți rămași în sistem. Potrivit ei, procesul de curățare ar mai putea dura un an. Продолжается эта очистка. У нас, с одной стороны, конечно, процесс длится больше, чем мы бы хотели и надеялись, потому что есть сопротивление, потому что там есть люди, которые хотят остаться, чтобы брать взятки, когда они принимают одно решение или другое. И сейчас у нас идет внешняя оценка по неподкупности судей и прокуроров. Это еще будет длиться, наверное, где-то год, чтобы закончить этот процесс.